Привет, друзья, меня зовут Рисман, и в этом видео мы с вами будем открывать кейсы в Майнкрафте без каких-либо модов. Ну что ж, открывать мы их будем на сервере LikeMine. Вот тот сервер этот, LikeMine, он очень крутой, и сегодня мы будем открывать на нем кейсы, как я сказал ранее. Тут имеется три разных кейсов. Это обычный сундук, редкий сундук и легендарный сундук. То есть в зависимости от названия, конечно же, зависит вероятность того, что нам выпадет крутой лут. Но, как вы поняли, в обычном кейсике у нас более простой лут, а в самом крутом, легендарном, видать, самый топовый лут. Ну что ж, поехали, ребят. Давайте начнем открывать. На каждый у меня есть ключики. И давайте начнем с обычного кейса, дабы, в общем-то, сохранить интригу. Ну что ж, да будет с нами колесо фортуны и... Фортуна на нашей стороне, надеюсь, все-таки. И давайте попробуем открыть первый сундук. Так, извините, вы не можете это... О, все, отлично, открыл. Что-то не сразу получилось как, ну, вроде все нормально. Так, получить обычный предмет. Нажимаем на кнопочку. Тут фейерверчики. Летят фейерверчики. И мне выпал стержень эфрита. Мне выпало 3 стержня эфрита. То есть это одна из многих вещей сундука удачи. Вот такие вот 3 стержня выпало. Так, отлично, 3 стержня. Давайте их уберу в инвентарь свой. Так, вот сюда положу. И давайте откроем следующий ключик. Используем его, собственно. Давайте так подходим, нажимаем. Так, что-то вы не можете изменять. О, отлично, открылось. Я так понял, по бочине надо нажимать. И нажимаем еще раз. Снова идут фейерверки. И сейчас... О, нифига себе! Ребят, неужели мы выиграли премиум? Ну, по-моему, я выиграл премиум все-таки. Так, я выиграл премиум? Офигеть! А ну-ка, давайте затестим. Тест. Ни хрена себе, я просто выиграл премиум без каких-либо усилий, без затрат денег. Я просто-напросто открыл самый обычный дешевый кейс на сервере LikeMine, и мне выпал крутой премиум. Ну что ж, у меня есть еще один ключик, авось я выиграю и админку. Ну, не знаю, в общем-то, это, наверное, вряд ли, конечно. Давайте используем еще один ключ и посмотрим, что же мы выиграем. Пластинка, мне выпала черная пластинка. Ну что ж, буду ее слушать по вечерам на сервачке. Построю домик и буду ее слушать. И соседи тоже со мной будут слушать. Так, я израсходовал ключи на обычный сундук. Теперь переходим к редкому сундуку. Так, подходим к нему. Открываем его. Тут все уже оранжевенькое такое. Там было зеленое, здесь оранжевое. И открываем его. Так, пошло дело. Наш сундучок открывается. Тут что-то удача. Саппорт. Что, я выиграл саппорт? Я выиграл еще одну привилегию, теперь я и премиум, и саппорт. А ну-ка, давайте напишем. Так, о, теперь я саппорт. Теперь у меня ник не синенький, точнее, префикс, а он фиолетовый. Точнее, так сказать, 2007 вернулся, дорогие друзья, и пора пить блейзер. Ну что ж, у меня осталось еще 2 ключа, давайте их также израсходуем. Снова нажимаем. Так. VIP. Что? Я выиграл снова привилегию. Ребят, это реально выиграть привилегию. Поэтому я смотрю, тут очень много випов всяких ходит. Видать, все выигрывают здесь привилегии. Ребят, покупайте кейсы и выигрывайте. Нет смысла, в общем-то, на что-то более дорогое тратиться. Кейсы самая тащерская вещь здесь. Так, отлично. Странно, почему-то вип. Теперь я вип. Интересно, ну, проверяем. Да, я так понял, VIP ниже по статусу, чем премиум и чем саппорт, поэтому он у меня как бы не показывается. То есть, в любом случае, я остаюсь саппортом, но возможности VIP у меня сохраняются. Давайте откроем еще разочек его, у меня, по-моему, остался один ключ. Отлично. Нажимаем. Я выиграл яйцо овцы. Как бы это пошло ни звучало, но я выиграл яйца овцы. Не барана, а овцы, ребят. Так, выиграл 5 яиц. Я их потом где-нибудь испробую. Проверю, чё как. Так, ну что ж, ребят, у нас остался легендарный сундук. Давайте его откроем. Это будет просто легендарное открытие кейсов, потому что сундук легендарный. Так, подходим. И открываем. Тут у нас уже все красно-черное такое. И давайте нажмем. Поехали. Дорогие друзья, я выиграл 50 уровней опыта. Теперь я зачарую свой алмазный меч. И у меня будет просто супер тащерский меч, с которым я смогу завалить и дракона, и всяких вот этих вот игроков. Видите, они вот здесь все ходят, и я их всех просто перебью.
Так, тут кто-то уже кейс открывает. Тоже кто-то играет. Отлично, ну, видать, тоже ему сейчас повезет очень сильно. И он тоже будет со мной випом. Или даже саппортом. Ну что ж, ребят, у меня остался еще два ключа осталось. Вот. Давайте снова испробуем легендарный сундук. Так, идут фейерверки. И мне выпадает основатель. Так, это что, привилегия опять, что ли? Основатель, теперь я основатель проекта? Ни хрена себе, я основатель. Офигеть, я вот проверил, видите, основатель, реально основатель. Я, по-моему, даже могу включать гейм-мод себе, нет. Может, не могу, не знаю, в общем-то, скорее всего, конечно, могу. Давайте испробуем последний ключик, у меня остался еще один. Да, это очень круто, ребят, основатель. Теперь я просто позвоню всех выше этих игроков. Так, так у нас всякие NPC-шки стоят, боты. Ну что ж, давайте, ребят. Так, я просто представляю, что я теперь основатель, я могу всех их просто забанить, и я очень крутой на сервере теперь, я просто здесь самый топовый тащер. Так, давайте снова откроем кейс. Я так понял, здесь вообще полсервера уже таких, но, наверное, никто не пользуется этими кейсами, потому что игроки плохо о них знают. Ну что ж, давайте откроем последний ключик. Поехали! Так, крутится наша рулеточка, крутится, крутится, и мне выпадают... укрепленные сапоги, которые дают мне защиту 4 и прочность... А, не, защиту 6 и прочность 4. Сапоги из укрепленного сета. Ценный предмет, как мне говорят. Ребят, это очень-очень-очень-очень-очень круто. Теперь я смогу, в общем-то, прыгать куда угодно и не буду получать от этого урон, я так понимаю. Так, ну, в принципе, зачем мне это? Я теперь основатель. Так что от сапогов нету смысла, ребят. Ну что ж, ребят, на вот этом... в замечательном моменте мы прекращаем открытие кейсов, поэтому, ребят, если вы хотите продолжение, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Конечно же, если вы хотите также открывать кейсы, обязательно заходите на сервер LikeMine, и мы будем с вами играть вместе, вместе открывать кейсы и становиться випами, премиумами и там различными основателями вместе и, собственно, двигать индустрию кейсов вперед. Ну что ж, на этом все, всем удачи, всем пока!